на весь день. Бывает. И сейчас мы для вас исполним песню, которая прозвучит на английском языке. И называется эта песня «Hitot Mihal to Yodel». Это песня, в этой песне поется о том, как девочку научил, как девочка научилась петь йодл. Йодл — это такой стиль пения, который вы уже, в принципе, слышали. Но сейчас вы его услышите более в красивых и интересных, и более сложных вариациях.